Прошу вас. Сложно говорить о плодотворности, потому что настолько трудно я работаю и настолько мучительно работаю, что понятие плодотворность больше, наверное, подходит к тем авторам, которые с легкостью пишут музыку. У меня с легкостью ничего не получается. Единственное желание, которое у меня возникает, это то, чтобы слушатели
не замечали бы мои трудности, и чтобы они думали бы, что это все дается с легкостью. Є ганчери, музика в моєму репертуарі все время, когда это только возможно. Это очень глубоко, эта музыка мне, в моем духе, в сердце. Поэтому эта музыка не просто, я не могу говорить, что это хорошая или это моя музыка. Это я чувствую эту музыку, и как я один раз сказал, что это чувствует лучше, чем я сам. То есть в этом смысле, что я как-то даю дальше эти мысли, которые он писал на бумаге. И это действительно очень-очень тонкая работа, очень концентрированная, трудная, но зато мы получим благо, и мы получаем как благовещение. Тяжело играть эту музыку. Тяжело играть эту музыку, она, в общем, очень трогает. Поэтому немножко такое есть даже как опустошение после этого исполнения этой музыки. Вы знаете, это все, наверное, говорят, так сказать, поэтому ничего оригинального не могу сказать. Все говорят, что музыка Кончели особая. Особая музыка, и это действительно правда, и для нас
исполнителей, и это требует особых способов ее игры. Когда после очень тяжелого рабочего дня, который порою длится на протяжении 10, 12, 14 часов, когда ложишься спать и не можешь заснуть, и думаешь о том, насколько плодотворно выписан какой-то определенный эпизод, потом ночью просыпаешься, думаешь об этом, потом утром просыпаешься и, просмотрев материал, который был создан за эти 10-12 часов, от него отказываешься и начинаешь думать о чем-то другом и искать что-то другое. Трудно это назвать вдохновением. То, что касается «Дикси», произведение ведь посвящено Джансу Вукахидзе, и когда его хоронили, тогда мне пришлось выступить, и тогда я дал ему слово, что как только я смогу написать произведение, я это произведение посвящу его памяти. Абсолютно гуцпел, чем я тква, Ромен верит армомит кенет, гевантели, картули, сам каро, им мелодии без кареше, ромелиц маншекнек и носа до театра и сатус. Да, а севец армомит генелия, профессионалури, музыкалури, гевантели, тре, телс дедамит азе, и севец твит пропади, композиторис, сонористис, да, ахалит ასე ვთქვათ, მისი ავტორისეული მუსიკალური ენის შემქმნელის გიაყანჩელის გარეშე. Thank you.
сложно рассказывать о друзьях, людях, которым не просто дружишь, но и провел всю свою жизнь практически и в жизни, и на сцене. Ну, я просто, как он сейчас сказал в конце нашего вечера, юбилейного вечера, что он многому научился в театре, он, конечно, поскромничал. Наверное, мы у него больше доучились, чем он. И я просто желаю ему, чтобы он долго еще мог удивлять нас, потому что он каждое его новое сочинение все-таки какой-то шаг неизвестности. Вопрос национального в музыке для меня всегда был второстепенным. Первостепенным я считаю индивидуальность. Нету такого примера в мировой музыке, когда крупная индивидуальность не принадлежит какой-нибудь культуре. Но сама музыка должна быть абсолютно космополитичной. И я не люблю это слово, но если хотите, интернациональный. Время не существует в его музыке, хотя абсолютная структура, она есть, она видна, она, каждое произведение по структуре абсолютно мастерство, но как бы вот в этой структуре не чувствуется время, и он нашел свой язык, который никакой композитор раньше не имел бы этот язык. И, я уверен, не будет иметь. Вот это его язык, это его время. И в этом мире я себя чувствую очень уютно. Один нюанс неправильный. Одна нота не так сыгранная, все разрушает моментально смысл произведения. Потому концентрация должна быть страшная. И все-таки нужно быть очень расслабленным. Thank you.
Да, играю. Играю. Но когда я бываю один. Для разрядки. Я ведь с юности обожаю джаз. И когда-то я играл, наверное, вполне прилично. Сейчас, может быть, это не очень прилично, но для себя я играю. Сейчас намного чаще, чем было несколько лет тому назад. Я бываю 3-4-5 раз в году. И я уже начинаю приезжать сюда не только тогда, когда что-то здесь играют. Кстати, в Грузии меня играют не часто. Просто приезжаю к себе домой. Вы знаете, так как я привыкла во всем спрашивать советы и ответа у своей первой половины, ответ, легко быть твоей супругой? Мне кажется, трудно. Все. Может быть, даже очень трудно. Особу, которую принимают за мою дочь, я к ней иногда обращаюсь. А он меня мамой называет. Как своей маме. Вот сейчас вы можете понять, какое значение имеет ее присутствие рядом со мной на протяжении всего этого времени. Творчество связано с подспудными процессами, о которых мы ничего не знаем, к счастью. Я думаю, что когда-нибудь, наверное, будут разгаданы и эти процессы. Но я бы не хотел бы в то время жить, когда технический прогресс достигнет такого постыдного совершенства. Там вот ехала года в год. Хо? Да и цеквеп. Ара. Кальян цудиру ари цеквеп. Там. У меня не бывает определенных желаний. Я хочу, чтобы все происходило бы как-то так, как пожелает судьба.